Хей, йоу, гайс, с вами Шамики, и мы продолжаем проводить игру под названием Время спиннера, либо Тайм спиннер. Путешествие в прошлое, в будущее, настоящее. Обычное путешествие, непонятно где, куда и зачем. Так, мне нужна карта. У нас есть путь снизу. Снизу. Наверху там еще есть проходы. Давайте вниз. А, я все-таки знал, что зачем-то нужны эти проходы. Теперь понятно, что это обычные порталы. Порталы. Еще раз порталы. Портал. Ай. А, так они не так уж много наносят урона. Сейчас туда пробежим, я посмотрю, что там у нас. Они мне все равно по одному урону наносят, поэтому можно зарашить. Так, что тогда, давайте возвращаться обратно, я думаю. Да, вернемся обратно. Мне нужно будет купить амулетик на огонь. А у нас только две лианы, да, были? Да. Похоже, только две. Что-то больше каких-то боссов не вижу. Так, сохранились. Погнали в робот-мир. Раз в другую локацию побуду. Ах ты ж, ё-моё. Это у нас такое взаимодействие. Окей. Так, библиотека. Это все-таки это отделение. Отличненько. У меня все равно коды не от всех, да? Да. Сохранимся. Погнали тогда вниз, еще у нас есть путь. И... А хотя там лифтик обычный, ладно. У нас там обычный лифт. Мистический двор. Ясненько. Мне просто так это не сделать. Теперь у нас получается просто побегушки. Круто. А я переживал еще за то, что не смогу посетить те или иные локации. Теперь я не могу найти локации. Это хуже. Так, это у нас пойдем наверх. Тут нифига. Так, ну я вижу сундук. Нужно идти к сундуку.
не выходит. Еще раз. Готово. Сундук здесь. Да, все-таки что-то такие сундуки у нас повторно попадаются. Многоразовые. Зараза. Просто бежим. Просто бежим от них. Удаете. Тупые пылесосы. Бац, бац, бац. Хилка. Но зато, знаете, хилки можно пофармить. Можно заходить и выходить с локации. Собирать хилки. А нет. Значит, они через какой-то промежуток останавливаются. Через какой? Теперь у нас здесь просто обычное окно. Фу, запутано все. Больше времени для часов. Так, сейвимся. В смысле? А что вы мне тогда предлагаете? Что вы мне тогда предлагаете? Если у меня не все ключи? Нет. Не подходит. Там еще наверху, да, где-то был проход. Там выше. Может, ключ теперь подойдет? Пец у меня денег. Вот что мне нужно запустить. Чтобы пойти дальше. Только я не знаю, как фонтан запустить. Я без понятия, как запустить фонтан. Ладно, что с тобою? Купить. Ту-ту-ту. Ну, хилки можно купить, я вижу. Статус эффект. Отлично.
Минус 2 кадуш. Но я пока что не понимаю, куда мне идти. Вот в чем проблема. Поэтому я предлагаю вот что. Заходим в синий портал. Отправляемся. По идее, я могу заходить в... Создавай, да? Порталы. Нет? А что мне делать тогда? Я там пройти не могу. Вот еще какое-то место есть. А ну давайте туда залетим. Сейчас попытаемся туда залететь. Там, кажется, дверь была закрыта. Там была закрытая дверь. Фонтан нужно запустить. Но не запускается. Да, быстро и эффективно, без урона. Сказал он. И получил урон. А где мне ключ взять? Чё, тупые? Я не вижу, где ключ можно взять. Доутрин. Голд, Голдрин. Как мне портал открыть? Как мне открыть чертов портал? Еще что-то дали. Левел ап. Мужик-пылесос. Ой, бля. Мне только сюда нужно как-то попасть. Но он туда не идет. Ладно, погнали, чтоб я не мучился. В самый низ. Ей-богу, бегаю вот это, не пойму, что делать. Пойму, что делать. Фонтан. Я только понимаю, что мне нужно запустить фонтан. Мне еще нужно две где-то найти карточки, которые я не могу найти. Все.
Все, что я знаю. Та информация, которая у меня есть. Так, сохранимся. И в портальчик. Ну что мне с ними делать? Я сначала думал вот эти уничтожить, но они не уничтожаются. И не ломаются. Лазер, как мне их сломать? Минутку. Вот место. Сюда еще можно как-то попасть, но мне нужны ключи. И сюда, чтобы попасть, нужен ключ. Там, тут нужен фонтан. И все остальное у меня... Нет, тут еще что не открыто. О, хотя стоять. Там тоже, да, нужен ключ? А. Хорошо, давайте тогда сходим там, где мне этот. Что там за такая маленькая щелочка? Но мне кажется, там просто сундук. Там обычный сундук. Как мне попасть в мир деревьев? Хочу вернуться в город деревьев. Вот, все, через верх. Хорошо. Я получил кольцо. Ну, а там, а туда смысла идти нету, потому что, пойдя туда, я там просто не могу пройти. Я там просто не могу залезть. Поэтому я не понимаю, что мне там делать. Как? На дракончика я думал сначала залезть, но нет. Это нужно в ту сторону попасть. Тут у меня тоже проходов никаких нету. Так, я смотрю, что еще здесь есть у меня что-то. Пойдемте туда, сходим. Пойдемте, сходим тогда туда. Но я сомневаюсь, что я там на самом деле что-то найду. Но попытаться стоит. Уже ради того, чтобы была карта мне открыта на 100%. Я не понимаю их высоту прыжка. Нормально.
так сойдет. Ага, здесь я еще не был. Ага, и тут я и осталась. Орбы. Ага, хорошо. Стоять. Две удачи, фамильяр. Карта. Может, еще я тут что-то не заметил? Куда мне не попасть? А это ж надеюсь убирается? Нет. Что это за место? 37-30%. Это я смотрю тогда, когда уже типа в прошлое, да? Я отправился. Хорошо. Видите, я его с собой не могу сюда взять. Ча-ча. Ча-ча. Карта. Погнали же по прямой тогда. Сохраниться. Сохранились. Я не понимаю, как мне путешествовать во времени. Как, блядь, мне путешествовать? О, здесь 10. Вниз тоже как бы я не могу спрыгнуть. Ё-моё! Почему вы мне не сказали, что я могу так делать? Это ж ё-моё. Вот это новенькое. Считайте, мы просрали до хера времени. Так, мне кажется, легче будет, чем... манать. Я ломаю систему.
минус мухи. Но в так вниз мне не попасть. Это не очень естественный способ. Мне нужно сначала поле идти. Минус, дали перо. Покоцался, плевать. Я сейчас вернусь туда и пониже. Сохранюсь. И пойдем далее. Либо вниз. А, ниже я там никуда не спрыгну. Хотя... Сейчас попытаемся. Не. Плавать я пока что не могу. Ту-т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 у
Сказали раньше, чтоб я могу так путешествовать, блин. Где тот? Так, стоять. Куда мне идти тогда? По прямой. Блин, такое. Ладно, давайте пробежимся. Мне нужно в деревушку вернуться. Вернусь в деревушку, будет хорошо. Так, здесь мы спасли жителя. Ё-моё, там какой-то морской дракон. Коцает, коцает меня, блин, как мне плавать под водой? Она же не может нырять. Так. Вот это получается город. Это я в город пришел, да? Там. Бла-бла-бла-бла. Ты мне ключ дашь? Quest complete. Давай я сейчас оденусь. Орбы. Так, броня. Так, длинной джакет. Все. Нажимаем продать. За сколько?
500. 750, ни хера себе. Вот это да. Так, column completed. Эй, да, бин, бан. Все, а теперь я могу... Точно, у меня ж новый этот был. Новый орб. Я и забыл про него уже. Так, сколько ты там даешь? 6, 4. А, не то смотрю. 11, 7. 10, 5. Я думаю, лучше огненный буду юзать. Так. Так. Давай, мне нужно у тебя купить две вещи. А, огонь. Огонь. Все лучше огненную. А это уровень поднять. Не, уровень я думаю сам пока что подниму. Потом, если что, потрачу. Так, ты что мне расскажешь? Ну, я пока плавать не научусь, я говорю, и тут делать нечего. Пока побегаем, со всеми поговорим. Хорошо. Ну ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Орбы. Fire. И там нужно будет поставить тогда. А ну? Такое. Ну, 50-50. Так как, знаете, еще плюс лиственной урон там идет, поэтому пускай этот будет. Ладно. В следующей серии я посмотрю и узнаю все, куда я могу идти. Я вот это вижу проход. Только не знаю, что там, поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.